Всем привет, ребят! Не отошли мы еще от битвы Гелли. Сегодня у нас будет очередной тест на Архидемоне. Хочу интересную вещь протестить. Убрать химку, попробовать, так как героя максимальной прокачки, посмотреть, можно ли без химки набить хотя бы 5 архи. То есть уберем химку, поставим вместо химки там стрелка. Я вам показывал вчера состав наш. Сколько тут уже набили? Ну, 5,5 набивают. В общем, потестируем. Вот такой вот состав. Убираем химку, ставим сюда стрелка. Химка дает понижение, но стрелок... У нас смотритель будет. Отлично. И заодно проверим, что все-таки лучше. То есть у меня максимальные прокачки. Ничего нигде не поменялось. Но я ничего не менял. Так, на химке у нас огневик. Сейчас мы его поставим сюда. Так, по эмблемам там чего нету. Поставим, заберем оттуда. Ой. Что-то как-то игра подвисает. Или это мне кажется, реально подвисает. Так, давайте перепроверим. Так, химка. Ее у нас не будет в этом заходике. Укротитель. Собран на максималочку. Ведьма. Второй герой. Тыковка. Третий. Прострел Космо. Рейка наша. А, кстати, вот смотрите, я думаю, что я так мало набил. Должны же больше набивать. А у нас Фрейта, оказывается, без пиромага была. Так что не факт, что у нас тут тест. Но я думаю, вряд ли, конечно, пиромаг полулямана нахреначил бы. Ну, немножко было бы больше. Ну ничего, сейчас мы здесь затестим. Такс. Видите, она у меня собрана сейчас не на крит, ну не с критом. Хотя, в принципе, это суть не играет, они все равно на максимум выдают. Мы тестировали ее. Так, окей. Космо есть. Сюда мы кинем слона. И стрелок. Ставим эмблемку. Так, мы вроде всех собрали. Поехали, сейчас проверим. Уже на архидемоне. Так, смотрители у нас есть. Все отлично, все заряжены. Поехали. Такой же самый тест. По перестраховочке можно даже так сделать. Сейчас посмотрим, как они будут. Будут ли выбивать максимум. Вот меня интересует именно тест. Все-таки... Химка дает понижение вражеского, ну, понижение защиты вражескому герою. Соответственно, там все, кто бил очень мало, выбивали там, в зависимости от скилла. Я не помню, сколько там скилл дает. Но выбивали, в общем, намного больше своего максимального предела. То есть из-за этого мы на архидемона и берем укротителя, берем химку, потому что они понижают вражеский деф. Ну, сейчас проверим, как оно пойдет.
Без химки сможем ли мы 5 заходом набить? Точнее, 5 архи набить. Ну и плюс мы здесь добавили еще. Блин, как-то подвисает сама игра. Или это мне кажется? То есть, как видите, максимальная прокачка, в принципе, минута 34. Но где-то мы не успеваем. Плюс, конечно, то, что у нее встроенное замедление есть. Это однозначно плюс. Да, на порядок хуже мы идем. Мне кажется, такой же результат, наверное, как и мы бегали с этой Фрейей вместо стрелка будет. Где-то плюс-минус. У нас уходило 37 секунд. А возможно даже и получше, ребят. Тридцать четыре, четыре. Ну, блин, результат интересный. Интересно посмотреть. Вот видно, что подвисает сама игра. Горят опять у них сервера, что ли? Интересно, сможем ли мы выбить? Опять максимум. Пять. Чуть-чуть не хватит, наверное. Ну, видите, поставили, поменяли пиромага, убрали химку, и результат 4,1,8. В принципе, результат довольно-таки, я вам скажу, неплохой. Так, окей. То есть, по сути, можно пробовать. Так, возвращаем обратно химку. Убираем стрелка, ставим химку. И мы сейчас сделаем с вами повторный, ребят, тест. Потому что Фрейя у нас, как видите, была немножко недособрана. Сделаем повторный заходик с химкой. Вот вариант. А там, по-моему, 1,6 набили прошлый раз. А, сейчас посмотрим, сколько нам даст прибавку пиромах. Вот интересно тоже посмотреть. Потому что там у нас было чисто чарка. Совсем другая. Тут, конечно, факторов очень много. Он и станет, и бьет по зоне. Имеет иммунитет к разбросу. То есть вы тут, по сути, мало что можете сделать против этого рандомчика. Повезет, не повезет, скажем так. Ну, по-моему, результат явно лучше. Так,
Интересно, сможем ли мы 5 набить? Не, скорее всего, наверное, вряд ли. Ну вот 37 секунд на одного остается. Но почти. Почти, я вам скажу, все-таки стрелок будет получше. Как ни крути. Но шансы есть. Даже я вам скажу, очень неплохие шансы добить до 5. 34, хотя нет, вряд ли. 30 секунд у нас остается. Чуть-чуть не хватает. Но, блин, смотрите. Вот так вот, ребят, пермах нормальный такой прирост дает. Ну, плюс-минус тут рандомчик есть, но, в общем, даже результат получился лучше, чем только что мы били. То есть, соответственно, что пермах обалденная тема, стрелок лучше, чем фрая, это уже однозначно. Ну, следующий тест я постараюсь вам заснять уже с замедлением. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.